Всем привет, дорогие друзья, с вами Швили, мы играем в симулятор отель. Это еще бизнес там, все дела, мани. Вот, ну нас хотят знакомить нас с основами этого отеля. Сейчас показывают, я так понял, что типа к нам сейчас приходит чувак такой, типа, я хочу заселить ваш отель, там, что надо, сколько бабок там. И такой, хуй. А, ну, зачесался. Так. Окей, он думает. Ты с ним, мне кажется, будешь... Жан-Пьер. Отлично, теперь наш гость отправится в номер, чтобы оставить там свой багаж. Он будет оплачивать пребывание по часам. Уже не по минутам. Ладно, иди, блядь, короче, там оплачивай свой по часам. Номер... прибыл. Ну вот, в принципе, кстати, визуализация есть какая-то хоть. Тоже хорошо. Отлично, когда гость разберется с багажом, он, наконец, сможет насладиться своими услугами, которые предоставляют нашим отелем. Надо воспользоваться возможностью перевести что-то, что делает номер лучше. Давай посмотрим. Купим прикроватный столик, чтобы гостю было удобнее. Это увеличит прибыль, которую приносит номер. Ага! Мы купили просто тумбочку, и он уже на миллион будет больше. Но. Тумбочка, это уже президентский номер считается. Президентский, потому что не понимаете. Это тумбочка, понимаете. Теперь мы можем улучшить унитаз. Ух ты. Ух ты, срали. Прямо вот здесь вот, прямо. Какими стенами не огорожден. Не, ну хотя просто здесь написано, видите, вот здесь дверь вот. Затем развалились, хе-хе. Посмотрим, как гость воспользуется услугой отеля. То есть мы посмотрим, как он будет срать. Воспользовался услугами отеля, вышел нахуй из отеля. Ой, пришло время обеда. А мы еще не наняли ни одного повара. Гость не смог поесть в отеле. Что делать? Скорее отправим в ресторан, чтобы нанять повара. Прям бомжа берем его и такого, который быстро нанимаем повара, бля. Пока он идет, короче, с лестницы, да? Звонишь в Авито, прям, давай, одевайся, прям здесь его. Да я грузчик, пуху. Здесь рядом, да, давай. Знаешь, что это локация, короче, в Авито. Нажмите на вкладку персонала в ресторане. Нанять. Приятного аппетита, теперь у нас есть повара, и гость смог питаться в нашем ресторане отеля. Каждый раз, когда гость пользуется услугами отеля, мы получаем уникальный доход. Так что делай их лучше. Давайте узнаем, что наш гость думает об обслуживании ресторана. Ну давай, посмотрим. Что-то мне кажется, что ему не хватит смелости. Давай, бро. Моментально. Комната отдыха минус расход. В смысле, я вот взял на него, потратил $40, а он съел яичницу на 5? Я должен, фига яичница, 300 рублей. Там что-то запивает. Отлично, увеличен всегда хорошо. То есть очень важная вещь, которую нельзя забывать, зарплата персонала. Каждый раз после окончания смены мы должны выплатить им зарплату. Я не съебутся бухать, и завтра работа не выйдет. Хуй вам! Официально так нельзя делать. Если ваш баланс окажется отрицательным, мы не сможем развиваться. Наши сотрудники могут уволиться. Поэтому я очень рекомендую контролировать их количество, чтобы избежать финансовых потерь. Но не беспокойтесь заранее. Есть и другие вещи, которые сейчас стоит подумать. Например, о запасе электричества в отеле. У нас есть собственная электросчетовая, в которой находится электрогенератор. Он обеспечит отель и все находящие энергии. Но его емкость ограничена, поэтому если вам не хватает электроэнергии, лучше генератор покупать дополнительный аккумулятор. Все, спасибо. Дополнительный момент. Гость, прибывающий в отель, по-разному. Прибывает в отель. Кто-то проходит, приходит, а кто-то приезжает на автомобиле. В отеле есть частная парковка. Гости могут оставить машину и подать доход. Ну, в случае, если они к нам не приедут, надо вложить в рекламу, чтобы расширить нашу клиентскую базу. Всегда реклама, везде реклама. Жан-Пьер. Мы можем проводить различные рекламные кампании, некоторые более эффективны, другие менее. В
чем выше цена за час, лучше реклама работает. Попробуй запустить газетную кампанию. Это самая дешевая опция и приведет наш отель к новым гостям. Газеты. Yes. Отлично. Дайте отключить. А, $2 в час. Ну вот и все. Теперь вы знаете, что необходимо для игры. То есть с работы, начните с улучшения отеля, откройте дополнительные номера, чтобы увеличить прибыль. Вам все должно приходить вам доход. Да-да, я подготовил для вас список рекомендованных зданий, если подсобки. Если понадобится, ищите меня в подсобке. Подсобки. А, нет, блядь, заселиться. В смысле нет заселения? Так, здание. Что у нас здание? Здесь вообще просто магазин. О, новое здание. Купить телевизор в номер. Давай телек купим. Здесь алмазы. Сколько алмазов? 15. Конечно. Роскошное кресло просто. Роскошное. Декор. Так, ладно. А, купить телевизор в один номер. О, 200 баксов. Ура! Ура! Ух ты, моется, блядь, чувак. Надо ему тоже. Чё-нибудь. Давай тоже роскошное кресло ему купим. Будет теперь его отец телек. Да. Вот, дальше что у нас? Нет, спасибо. О, 16 тысяч будет, вообще пиздец. О, кто-то жрет. Так, здесь можно еще один столик сделать, да, до 150. Вот. А, ну это я даже не видел. Вот, купите умывальник в один номер. В смысле, я уже купил умывальник в этот номер, нет? А, вот умывальник. Получить 400 баксов. Ура! Так, второй чувак, короче, держать. Мы пока вдвоем. Блять. А как ты? Куда ты заселишься? Нет, нельзя. А там нету жрая, нету. Нету мест, братан. Все забронировано уже давно. Так, откройте двухместный номер. 1000 баксов. Где двухместный номер? А, электро... А, электрогенератор это. Так, двухместный номер открыть. Нет, да. А, кровать важнейший предмет. Так, двухместный номер. Может как-то... Что за... Менеджер. А! Что такое? О, двухместный номер, 800. Расход 3 энергии. Опа-на, бабосики, бабосики. Может сейчас прибавится? О. Этот финансовый рекламщик эксперт вложится в наше дело. Ребят, ну реклама, блядь, пропускай, ганджу, блядь. Нет у нас денег. Идите, блядь, в кафешку поешьте. Фу. Можете поувеличить вообще времени? А парковка есть? Вообще у нас парковка вообще. Кто-нибудь заехал в парковку? А, вот парковочная. И то для инвалидов. Здесь вот что, блядь, везде реклама. То есть, блядь, сколько времени вот они будут вот, спать, сколько времени рассвет. То есть, все приносит причем бабос. То есть, как бы долго ждать. Видите, 40 энергии плюс 30. Можно плюсануть генераторскую, здесь 1500, да? Улучшить. 3 генератора или 3-4 генератора можно будет. Вообще работа круглосуточно. Я, блядь, ну покупал вот этих вот улучшений, вот лучше бы не делал. Сколько вот стоило?
250, 300, лучше, блядь, не покупал. В итоге будем, блядь, полчаса ждать, пока прибыль вообще придет. Ладно, ребят, не будем уж у вас томить, я не знаю, потому что, в принципе, очень долго. Ну, суть вы поняли, да, то есть мы сейчас будем расширять отель, все делать. Что-то такое. Уйму рекламу можно смотреть. Тут огромный отель, прикольно жрают, всякие услуги может открываться. Всем понравилась данная игра, оставьте ссылочку в описании, с вами был Шевилин, до новых встреч, пока.